Наблюдая за армяно-российскими отношениями, складывается впечатление, что Ереван в угоду Западу решил нарушить все существующие договоренности с Москвой. На этот раз руководитель аналитического центра ЛУИС Айка Айвазян в интервью местному СМИ заявил о том, что в Армении действуют 12 биолабораторий Пентагона. Он выразил уверенность, что Армению готовят к мясорубке. «Вы уверены, что в нужный момент американцы не дадут команду использовать эти биолаборатории против того же Ирана? И что тогда сделает Иран, когда увидит, что есть реальная угроза?» Айвазян. Насолил Ереван и Москве. Если факт с лабораториями подтвердится, это значит, что Армения нарушила двусторонний меморандум по биобезопасности, подписанный Ереваном и Москвой в 2021 году. В 2022 году Сергей Лавров уже заявил о том, что финансированные биолаборатории США есть в Армении, и напомнил о меморандуме, который предусматривает транспарентность. Поэтому только мониторинг позволит Москве убедиться, что у этих программ нет военного измерения любой третьей стороны. Ну что сказать, никогда такого не было. И вот опять.